Мы вновь в Южной Корее, суперсовременной, высокотехнологичной стране, буквально наступающей на пятки развитым западным странам, но при этом во многом сохраняющей патриархальные конфуцианские традиции, основанные на строгой иерархии и подчинении. Мы открываем мир вместе с людьми, которые живут в нем. Это программа Around the World. Здравствуйте. Как влиться в систему традиционных корейских отношений яркой, сильной личности с независимым характером, женщине, которая выросла совершенно в других традициях. Я надеюсь, что после знакомства с известной казахстанской спортсменкой Светланой Кан, которая последние 20 лет живет на две страны, Корею и Казахстан, мы сможем ответить на этот вопрос. Значит, здание CG, вот оно, и кафе-то Awesome. А, все, я вижу Светлану. Здравствуйте, вы Светлана? Здравствуйте, да. Можно? Очень приятно, очень приятно. Да. Присаживайтесь. Ой, так быстро вас нашли, прям очень приятно. Да? Очень здесь все удобно, по навигатору. Здесь очень, в принципе, быстро найти. Система навигации тоже быстро работает. Мы не заблудились, хотя кругом так много небоскребов. Просто вот фантастика какая-то. А хотите, я вам покажу одно место, где такой небольшой оазис, так сказать, в кругу небоскребов. И мы можем пройти. Пойдемте. И вот это вот прекрасное место. Красота! Это прям это вот такой рис вот, растет. Это настоящий рис. Здесь у нас как бы мини-деревня. То, что корейцы в такие места, конечно, посещают очень редко. Это в таком трафике тяжело доехать. Поэтому люди отдыхают здесь, черпаются энергией. Опять-таки, это действительно настоящая земля. А в скворечниках там мини-специальный звук отдается птичьи голоса. Вот, то есть это успокаивает нервную систему. Получается, что среди железа, стекла этих небоскребов есть такой маленький островок. Вот, да, вот в самом земли, центре Кореи. Вот при таких вот небоскребах, при таком напряженном трафике, столько много работы, как бы корейцы же трудоголики. Поэтому это место именно позволяет, в каждых небоскребах есть такие места специальные, отведенные для офисных работников, чтобы они могли прийти, расслабиться, быть поближе к природе, так сказать, получить заряд энергии. Послушать журчание воды. Конечно. Все это успокаивает. Да, прийти вот с детьми, в конце концов. Глобализация, компьютеризация, образование. Большинство корейцев сегодня – это практичные современные люди, ни в чем не уступающие жителям развитых западных стран и во многом перенявшие их стандарты. Но несмотря на прогресс, южнокорейское общество по сей день находится под сильным влиянием заповедей конфуцианства, по которым строилась социальная модель страны – уважение к старшим поколениям, почитание родителей, патриархат. И несмотря на закрепленные конституцией равноправие, большинство корейских женщин – домохозяйки. Найти более или менее высокооплачиваемую работу ей очень трудно, а во многих случаях вообще невозможно. Светлана, у вас здесь есть свой бизнес. И по большому счету получается, что на сегодняшний день вы составляете конкуренцию не только женщинам, но и мужчинам. Тяжело ли вам? Ну, дело в том, что в любом бизнесе необходим какой-то компромисс. То есть все-таки я восточная женщина, поэтому почитание старших и соблюдение субординации – это как бы есть. Исполнять свои действия, слова в действие. То есть, если ты так сказал, то ты так должен сделать обязательно. Если ты обещал, то ты обязательно это выполнишь.
Поэтому, наоборот, я у них учусь. Поэтому насчет как бы партнерства я благодарна Корее и моим партнерам, то, что они всю свою жизнь они были как наставниками. Это не бизнес-партнеры, а как мои наставники. Так как я занимаюсь все-таки таким боевым видом спорта, тхэквондо, и другими восточными единоборствами, поэтому это дало мне закалку. И я думаю, что я не могу позволить, чтобы ко мне относились как-то несерьезно. Поэтому я сразу с самого начала даю понять, что как-то вот к женщинам из Казахстана, по крайней мере, ко мне нужно относиться вполне серьезно и понимающе. А сейчас мы направляемся в гости к родителям супруга Светланы. Наша героиня замужем за сеульским корейцем. Семья для традиционного корейского общества – дело святое. Проходите, пожалуйста. Вот наша многочисленная семья. Ого, видно, что семья большая. Можно попросить? Каждый приезд. Сколько человек? Собираются. Очень дружная семья. По традиции всегда собирается вся семья. Ну надо же, прям почти по-казахски. Вот в традиционном корейском стиле. Казахи все реже используют маленькие столы. Маленькие столы. Сидя. Здесь, правда, карпишек не хватает. Но все в национальном стиле. Скажите, как устроен ваш дом? Что осталось в нем от традиционного уклада корейской жизни? Дома уже более современные, конечно, но есть вот такие вот маленькие уголочки в каждом домик. Доме. Скажите, это больше дань традиции или он выполняет какую-то функциональную роль? Комод раньше выполнял роль того, что это был рисовый комод. Вот такой вот был огромный замок, все хранилось вот в таком комоде, и рис находился внутри, под замком. Отсюда высыпался порционно. Одной из корейских традиций было спать, сидеть прямо на полу. Поэтому работы столяров-краснодеревщиков были просты, но весьма изощренной непростой конструкции. Все изделия изготавливались из самых лучших сортов дерева с использованием качественных, чаще всего прозрачных лаков. Что касается гостеприимства южнокорейцев, то каждая семья всегда готовит очень богатый стол и всегда рада встретить гостей. За стол всегда первым садится хозяин дома, и только после него могут занять свои места гости и остальные члены семьи. Гостям всех членов семьи Южной Кореи также не принято представлять по имени, поэтому обращение за столом происходит на уровне родственных отношений. Традиции семейные, конечно, остаются, как и прежде. Отец – глава семьи. Когда рано утром, допустим, отец собирается на работу, все должны проснуться, попрощаться с отцом, сделать поклон и пожелать, чтобы был день удачным. С самого раннего возраста детей учат обращаться к старшим членам семьи, используя специальные уважительные формы. Младший не может называть старшего по имени или тем более обращаться на «ты». Иногда даже был такой курьезный случай, когда я спросила, как зовут, друга, супругу. Как ее зовут? Он говорит, я не знаю, как ее зовут, потому что мы называем их, допустим, мама, там, Чаны, или мама, Юны, там, и так далее. Или супруга. Да, или супруга, там, такого-то. Зачастую не знают даже имени. В условиях конфуцианской страны, в которой уважение к родителям, сыновья почтительность и поныне рассматривается как наиважнейшая добродетель. Уверенность людей в спокойной старости, несмотря на почти полное отсутствие государственного пенсионного обеспечения, довольно велика. По меркам любого классического капиталистического общества может показаться необычным тот факт, что в стране с очень низким уровнем развития социального обеспечения примерно 2/3 людей не делают ровным счетом ничего, чтобы скопить деньги на старость. Жена, женственность, в этих словах совсем нет корня сила. В традиционном корейском варианте идеальная женщина, покорная,
беспрекословно выполняющая все приказы своего мужа и умеющая прятать свои эмоции. Однако современный мир устроен так, что в нем очень важно быть сильной. Сильная, слабая женщина. Казалось бы, в этом противоречии каким-то образом Светлане удается находить свою гармонию. Считается, что формирование таэквондо завершилось именно созданием центра Кукивон в 1972 году. Специалисты Кукивон подтверждают квалификацию судей. Без их визы считается недействительным присвоение высших данов или степеней мастерства, где бы в мире оно ни происходило. Светлана, скажите, все свои 6 дан вы подтверждали здесь, в Корее? Нет, я до 4-го дана сдавала в Казахстане гранд-мастерам, а с 4-го дана действительно здесь, в Корее, проходя международные семинары в Академии Кукивон. Дело в том, что я сдавала не с иностранцами, которые заезжали как с других стран, а с самими представителями Южной Кореи. Вот, поэтому для них, конечно, определенные градации мастерства они немножко выше. То есть, если для всех это развивание предметов определенная толщина, то для самих корейцев это чуть больше. Ну, вообще, если расшифровывать таэквондо, допустим, таэквондо – это, скажем так, путь руки и ноги, возглавляемый разумом. То есть, для того, чтобы на самом деле делать какие-то точные удары и развивать определенное количество там досок, нужна не только сила, техника, но и действительно разум нужен, потому что не всегда это применимо, допустим, в плохих целях и так далее. То есть таэквондо очень глубокая и огромная философия, потому что принципами таэквондо, базовая техника таэквондо, как вы сегодня видели, можно научиться практически за несколько уроков. Но познать истину таэквондо не хватит и всей жизни. Таэквондо для меня это как, ну, скажем так, мини-макет жизни. Я уже об этом говорила, то, что все, что делаешь в спарринге и представляешь спарринга, спарринг-партнера, как, допустим, определенного человека, которого ставив цель, ты должна победить, и этот бой должен быть обязательно выигран, то же самое я перенесла в жизнь. То есть, ставя себе цели и начиная какое-то дело, ты обязательно должен закончить его и, ну, выйти как минимум победителем. Еще одно изобретение корейцев. Оно объединило самые эффективные приемы восточных единоборств. Характерной особенностью хапкидо является ярко выраженная направленность на реальное боевое взаимодействие с противником в любых условиях. Школа подготовки секьюрити – это еще одно место, которым Светлана может гордиться. Ведь здесь работают ее воспитанники. Корея имеет 5000-ю историю. За это время почти 900 раз она подвергалась нашествию. Но народ Кореи сумел выстоять все эти испытания, в том числе и благодаря развитию боевых искусств. Название хапкидо произошло в 1963 году. И в переводе оно означает «путь концентрации энергии». Школа секьюрити существует уже более 20 лет. Она создана при структуре охраны и защиты президента. Сегодня было большое праздничное награждение, и я очень рад, что Света приехала из Казахстана. Я вручил ей большую награду. Сегодня ее представили как официального представителя Федерации секьюрити в Казахстане. Я являюсь генеральным секретарем.
как вы сегодня видели, этим могут заниматься и дети, и взрослые, и женщины, и девушки. Этот спорт сейчас очень популярный. Раньше этим жестким контактным видом спорта занимались, естественно, только мужчины. Но сейчас он очень популярен даже среди девочек с раннего возраста. Мы считаем, что это только закаляет нашу нацию. Из-за высокой эффективности специальных приемов хапкидо используется для подготовки сотрудников специальных подразделений армии, полиции и различных силовых структур не только в Корее, но и во многих странах мира. Чем-то напоминает Астану. Одна часть города старая, вторая – деловой, финансовый и модный центр. Это район Каннам, известный всему миру благодаря популярному корейскому исполнителю Псаю. Помните его? Опа, Гангнам Стайл. Опа, Гангнам Стайл. В течение этих 3-4 лет въезд в Корею значительно увеличился. Это первая знаменитая песня «Gangnam Style», где это, значит, действие все происходит. Он поет о том, что сам мужчина с Каннама, и самые красивые парни находятся в центре, это Каннам, район Каннам. А также наша клиника «Чейль» тоже находится в районе Каннам. Вот, и кей-поп, развитие кей-поп, значит, фестивали различные проводятся. Я думаю, вот это поспособствовало. Здесь жизнь кажется легкой и красивой. Много улыбающихся красивых девушек и модных парней. Немыслимое количество ресторанов, бутиков, европейских и корейских брендов. Но сегодня нас в этом районе интересует клиника Чииль. Еще одно место, которое сыграло серьезную роль в жизни Светланы Кан. Клиника Чииль, это она сыграла, так сказать, значимую роль, потому что помогла при поставить меня на ноги, когда у меня была травма после нападения там, и так далее. Поэтому с клиникой Чили у меня связаны самые приятные воспоминания. Теперь, как бы, когда все уже завершилось, я вожу сюда и своих родственников, своих друзей, и своих пациентов, которые становятся более красивыми и всегда здоровыми. Мы с мистером Кимом подписали вот буквально практически месяц назад вот соглашение. И я решила, что, скорее всего, я смогу помочь и нашим пациентам, нашим туристам, которые смогут не только ознакомиться с культурой и традициями Кореи, но и поправить свое здоровье, сделать правильную диагностику. Приятно, когда приезжают, допустим, с какой-то проблемой, и потом уезжают очень красивыми, практически неузнаваемыми. Даже был случай, когда нашего клиента не пропустили на таможне, потому что у него паспорт не соответствовал внешности. И пришлось получить с клиники Чили справку о том, что он действительно провел эту пластическую операцию. Скажите, чем можно объяснить популярность корейской медицины в мире? Нашей больнице исполняется 50 лет. Мы можем похвастаться полным сервисом обслуживания от беременности до рождения. Нашей главной целью было женское здоровье. У нас есть отличный экологический центр, перинатальный центр, то есть здесь полностью женщина может следить за своим здоровьем. Я думаю, что не только в Корее женщины хотят быть намного красивее. И, скорее всего, это связано с умением корейских хирургов выполнять работу, скажем так, руками, пальцами. То есть они отличные хирурги. И эти новейшие технологии, совокупность всей этой красоты, на сегодняшний день сделали популярной пластическую хирургию.
В последнее время наблюдается тенденция к тому, что в одном лице смешиваются красота азиатская и европейская. И поэтому пациенты, приезжающие из Казахстана и России, кажутся местному населению очень красивыми. Сейчас молодежь хочет быть похожа на европейцев. Они хотят большие глаза, острый нос и острый подбородок. Это считается очень красиво. И поэтому, если пойти в район, где очень много пластических клиник, то будет ощущение, что все немножко похожи друг на друга, потому что все делают одинаковые операции. Профессия доктора в Южной Корее считается одной из самых престижных в мире. Из-за высокой заработной платы и сложности обучения лишь 0,5% учащихся становятся врачами. Развитие медицины поддерживается государственными программами и является одним из приоритетных направлений для финансирования. Поэтому в стране проводится много исследований, которые широко внедряются в практику после всесторонней проверки. Онкологические клиники Кореи, а также клиники пластической хирургии сегодня считаются одними из лучших в мире. Пока мне очень приятно. Лежу себе, наслаждаюсь, работаю, отдыхаю, еще и становлюсь красивой. За весь сегодняшний день это самое приятное, что со мной происходит. Мне кажется, корейская косметология – это просто волшебство какое-то. Вот сейчас я насыщаюсь витаминами. Легкое покалывание. Для корейца выглядеть хорошо – это все. Если ты выглядишь плохо, значит, с тобой что-то не так. Корейцы сами признают, что слишком много уделяют внимания своей внешности. Любимая фраза нынешнего поколения – «Ты так красив, значит, ты очень популярен». Рост популярности пластики в Корее эксперты связывают с развитием индустрии поп-музыки. Ведь многие пациенты клиник ссылаются на фотографии звезд. Южная Корея – лидер по количеству пластических операций на душу населения. Каждая пятая женщина идет здесь на подобную процедуру. Да и для мужчин это тоже стало обычным явлением, которого не стоит стыдиться. Посещение пластического хирурга в Южной Корее приравнивается к плановому визиту к стоматологу или терапевту. В этой стране пластические операции не считаются чем-то предрассудительным, поэтому девушки без смущения хвастаются, что они подправили себе губки или носик. Самым лучшим подарком к школьному выпускному молодые люди и девушки считают пластическую операцию. Большинство корейских женщин убеждены в том, что внешность влияет на успех в жизни. У красивой девушки выше шансы удачно выйти замуж и сделать хорошую карьеру. Но кроме навязанного Голливудом и поп-индустрии тщеславия, есть и практическая сторона в идеальной внешности. По всему азиатскому миру на человека давит конкуренция. Именно конкуренция толкает на достижение высоких результатов. В Корее при приеме на работу вместе с портфолио здесь нужно представить фотографии. Даже если внешность не имеет значения в данной специализации, красивого человека чаще берут на работу. Такова статистика. Рынок пластической хирургии в Южной Корее растет с каждым днем. В эту страну едут делать операции люди со всех уголков земного шара, чему в немалой степени способствуют доступные цены. Например, пластическая операция, которая стоит 10 тысяч в США, в Южной Корее обойдется всего в 2000 или 3000 долларов. Идет, и традиционная составляющая в менталитете корейского горожанина с каждым годом все больше ослабевает. Современное корейское общество, особенно городское, подвергается активному влиянию Запада. Тем не менее, сбрасывать традицию со счетов никак нельзя. Она вошла в плоть и в кровь корейца. И отказаться от этого значит перестать быть корейцем. И это очень хорошо понимает наша соотечественница Светлана, иначе вряд ли она пришлась бы ко двору в этой семье и вписалась бы в жизнь этой страны. Мы по
покидаем Сеул, город, ориентированный на будущее и бережно хранящий традиции, которые помогают Корее двигаться вперед. А главная корейская традиция, которую, я считаю, стоит перенять и мужчинам, и женщинам любой страны. Хочешь успеха? Работай. Хорошо и много. На этом у меня все. Увидимся.